Несомненно, главным матчем вторника в чемпионате КХЛ станет противостояние столичных армейцев и магнитогорского металлурга. Восток против Запада. Классическая битва, в которой, можно не сомневаться, градус противостояния будет ничуть не ниже, чем в победном для магнитки в финале Кубка Гагарина 2016 года. Магнитогорцы на ходу, 8 побед в 8 встречах. Накануне вылета в Москву команда провела раскатку. Тренерский штаб учитывает специфику календаря последних дней. У нас, в принципе, сейчас идут все игры через день. Делаем акцент на восстановление ребят. Сегодня была тренировка по желанию. Завтра у нас очередная игра с очень серьезным соперником ЦСКА, поэтому готовимся. Акцент будем делать на надежную игру в обороне и как можно меньше совершать ошибок. Потому что ЦСКА и, в принципе, Динамо Рига есть игроки, которые могут наказать нас за эти ошибки. В лазарете «Магнитки» продолжает восстановление Григорий Дронов. По словам тренеров, остальные хоккеисты здоровы. На выезд «Металлург» отправляется в своем обычном составе, беря в поездку и игроков из ближайшего резерва. Особенным матч ЦСКА станет для Романа Любимова. Большую часть карьеры он провел именно в армейском клубе. К игре против бывшей команды Роман подходит в хорошем настроении. Накануне он забил важный гол в ворота «Нефтехимика». Настроение в раздевалке хорошее, настрой боевой. Сейчас неплохо домашнюю серию провели. Нужно продолжать играть в хоккей, также на выезде. Будет непросто, но нам все по силам. Наладить игру в обороне, не допускать ошибок, просто не давать шансов. Сразу после матча в Москве «Металлург» вылетит в Ригу, где приложит все усилия, чтобы взять реванш у местного «Динамо» за поражение на старте чемпионата. Эти игры покажут в прямом эфире телекомпания ТВН, и команда, конечно, будет ощущать поддержку своих болельщиков. На родном льду «Магнитка» сыграет в следующий раз после небольшого перерыва на матч всех звезд в Казани.